Всем привет, с вами Семён, а это Samsara Room. Мы продолжаем проходить эту игру. А, написали в комментариях то, что эта игра из всех, так сказать, Rusty Lake'ов самая короткая и осталась примерно столько же, ну, может, чуть меньше, там, где-то минут 20, но с моим прохождением будет чуть побольше, наверное. Еще написали то, что предметы можно менять местами. Конечно, когда у меня заработает мышка. Вот так вот. А нельзя менять местами-то, в смысле? Написали, мол, то, что я это делал. Но, возможно, это когда предмет остается один, и для него есть место. Наверное, вот так это должно было звучать. Собственно-таки, вот, ладно. Здесь есть птица. Птица-человек. Рядом с ним ничего нету. Крючки. Что это такое? Зачем они нужны? А, повесь сюда. Точно. Нет? Сердце. Где кон? Не, нихера. Телефон, ладно. Алло? Прием? Кого? Нет, нихера, ладно. Нет, нихера. Так, окей, опять-таки окошки. Окошки открываю. Яйцо, тихо, я могу его забрать. Я могу забрать яйцо. Хорошо. Так. Оба-на. Так. Окей, опять загадка с часами. Яйца. А, положить яйцо сюда. Окей. Сейчас вернемся к ним. Белка. Тебя убить надо? Скормить тебе червяка. Ты же не живешь. Так, есть столики. Грузило. Груз внезапно. Так, книга. И бумажки. Так, и все, да? Все. Пойдемте разберемся с яйцами. Пойдемте разберемся с яйцами. Чё, где? Ага, ножом, я понял. Раз. Два. Опа-на! Покормить те... Так мне не хватит червяков-то. Покормить тех, кто открыт. Это как? На открывший рты нажимать? Нихера! Блях, это опять какая-то последовательность. Я опять на монитор харкнул. Ну давай ты, допустим, снегирь. Ну ты. Погоди, я не понял, что там маленько. Так, ну допустим, давай ты. Что? Подожди-ка. Раз, два, три. Идет нормально. Возвращаемся. Ну, снегирь, мы это уже выяснили. Опять ты? Внезапно. Ты. Я понял, надо, да? Ну-ка. Смотри-ка. Да. Нет. Не понял. Закрытый рот. Я понял, да? Да, надо тыкать на тех, кто появляется новый. Угу. Я сейчас этот палец, знаешь, куда засуну? Я, конечно, допускаю, что это не тот палец, но... Мало ли. Так, гусь. Закрытый гусь. Гусь цифрой 2. Лебедь. Перо. Я понял, куда оно нужно. Куда нужно перо, это потому... Вот у белки есть перо, как его отобрать, я фиг его знает. Перо вот сюда нужно. Ну, логика. Ну да, хорошо. А грузило подвешать. А зачем, кстати? Грузило подвешать. Ну, логично, рыбу за хвост зацепить, такое же висит. Или мясо. Ну, висит же. Может, груз? Хер-то там, не груз. А, может теперь, типа, можно местами типа, поменять. Ну-ка. А как мне местами-то, в смысле? А, ну все, окей, можно, да. Ну и понятно, хорошо. Ну, только чтобы они были нажатыми. Ну-ка. А, вот так, даже тянуть не обязательно. Окей, хорошо, понятно, все, я понял. Так, облака. Опа-на, внезапно, хорошо. Что нужно делать с вами? Тянуть. Куда? Сюда? Что это? Что это?
Это мостик? Это горка? А, это червяк! А, нужно собрать наших друганов. Окей, хорошо. Это рыба. Так. Нормально. Ты кто? Что это такое? Это цапля? У нас нет такой. А, это яйцо. А ты? Ты ящерица. Это что? Спички? Ножик? Что это? Это время! Сколько это? Подожди. Это получается 7:25. Примерно. Это в часы ввести надо? Пошли, введем. Так, ну подожди, мы еще с вами не прочитали книжку. Не прочитали книжку и так далее. Так, ничего, поехали читать книгу. Ой, ё-моё! Так, с какой начать-то мне? Давайте это начнем. А, вечером после заката через ночной через ночной воздух ко мне прилетает сова. Луна больше, чем когда-либо. Сова смотрит направо, расправляя крылья. Затем поворачивается. Бляха, я. Это, короче, нужно будет с собой проделать все эти свистопляски. Или же мне это делать, типа там повернулся направо. Я ж не сова. А, возможно, мы соберем перья и переселимся в сову. Точно, вот. И говорит эти слова. Не забывая о своем предназначении. И затем говорит. Погоди, что такое? Смотрит налево. Охереть. И затем говорит. Тебе нужно чем-то еще. Достичь просвещения. Смотрит мне прямо в глаза, то есть на меня. Когда солнце взойдет утром. Поворачивает голову назад. А затем исчезает. Бляха, я понял, что это, ну, у нас уже было куча таких херовин в Растилей, как Куб Эскейпа, где мы переселяемся абсолютно в другого хера и следим за нашим главным героем. Я понял, мы, походу, должны быть с собой. Так, afternoon. Ну, типа, полдень, вечер, ночь, утро. 4:00. Это что за уравнение? Что это значит? Это на весах надо! Это, получается, весы. Веревки. Но типа, нужно подвешать. У меня только две веревки-то, а тут надо как минимум 4. Это, я понял, это типа между ними барьер. В ночь. В ночь я должен захерачить их на веревку. Грузит 1 килограмм, что это значит? Но это там вон единичка написана, я знаю, и чё. Подожди, давайте доведем время. А вот больше нет ничего? Давайте введем время 19:25. А книга-то где? В смысле? Книга вот здесь. Окей, давайте введем время 19:25. Давай, почему бы и нет. Так, 19. Не так. Ой, блин, не то я сделал. Вот так вот. Это вечер. Что это? Подсолнух, внезапно. Семечки? Плюх-плюх, чё? Здраво. Ты что такое здесь? Наверх! И перо. А я перо вставил? Чё там вставил я, ага. Имеется в виду вставил. Подожди. В ночь мне нужно подвесить их на веревку. Не факт, что это весы, но типа... Наверное, да, то чтобы... Ну, даже если это не весы, веревка одна, это по-любому. Типа то, чтобы они... Ну, типа как весы, да. Они не вешают, а потому что не вечер был, вот они и не вешались. О, не ночь была, логика. Белка исчезла, кстати. Так, ну и что? Горшок. Солнце. Что? Двигается? А, закат нужно сделать. Подожди, нужно, чтобы горшок был ровно. Допустим, смотри, вот я закат укатил. Хер-то там укачу я, ага. А, там подожди-ка. Там же вроде что-то было с телефоном связанное. Что-то... Где это? Вверх. Почему трубка написана вниз?
Что за хрень? Алло! А, слово составить. Пересу? Русепи? А, райза... Райзап, да? Риси... А, там так точно пишется? Через эжу вроде. Ну-ка. А, райз! А, ну все правильно, окей. Воздушный шар. Алло, ты куда пролетел-то, в смысле? Так, вот подвешенная. А, ну так вот... А, я понял! Мы подвешиваем их... А, так зеркало тоже. По идее, должно все это улететь или окно разбиться вот это вот. И должно открыться. Рука. На нож, сердце вырежешь мне. Почку, печень, чё? А. Ну и чё? А, вот теперь дать нож. Вылезь, падла. Как? Тебе я чё-то в штаны запустить или чего? Алло! На! Не понял. Всё ж загорелось. Ну типа, пар пошел, полетел, значит. А, отрезать мешок. Точно, нет. Отсюда, может, его надо рубануть. А, так, а нет, оно за пределами. На сердце, может, тебе нужно его? У тебя рука какая-то скрюченная. Нет. А, подсолнух! Бред, если еще. Нахера им подсолнух все семечки, блин. На, типа, ну на, допустим, на подсолнух. Нет. Что, тебе спички? И теперь отрез мешок. Ну, конечно, ё-моё. Так, а в мешке будет что-то. Так, песок. Чё ещё? Чемоданчик. Это тарелки или? А, весы! Чаша весов! Ёшкин дрын, это у кого такое? Чё у кого-то с глазами? Это как вообще надо сделать, чтобы глаза так сделались? Так, ладно, пока нам не надо, судя по всему. Пошлите уравнивать! Так, что нам нужно здесь? Давайте, это все более-менее легко. Не туда зашел я. Вот сюда, это все более-менее легко. А червяк и сердце, давайте я перемещу это, чтобы оно мне мозги не капассировало. Так. Червяк и сердце, рыба и змея. О, ящерица, то есть. Червяк и сердце. И давайте я вот так все сделаю, чтобы мне было понятнее. Зачем грузило пишут? С грузилом, возможно. Хер его поймешь на самом деле. Так, погоди, это афтенун, там хероборун. Что-то есть тут, нет? Типа там вечер, ночь, день. А, записалось время. Что-то я маленько не понимаю. Ну давайте, допустим, если я правильно понял, то давайте взвешивать. Но если это весы, то это на самом деле бред, по-моему, какой-то. Так, допустим, смотри. Червяк. А, он нихера не вешает, в смысле? А, подожди, давайте, нужно для начала понять, сколько кто вешает. Поехали, грузило. Грузило. Грузило 1 килограмм, это примерно вот так. Червяк. Червяк ни хрена не вешает. Сердце. Сердце где-то 3, потому что 2, 3. Согласен. Рыба. Рыба где-то 1, 2. Ой, погоди-ка. 1, 2, 3, 4. 4. Ящерица. Ящерица ровно 1 вешает. А, так. А песок, подожди-ка. А песок нельзя. А подсолнух? Ну нельзя, ладно, нам нужно... Это в любом случае взвешивать нельзя, потому что... Нам есть что уравнивать. Смотри. А, у нас есть сначала червяк. Что еще шло там? И сердце. Так, потом идет рыба и геккон. Что? А почему? А, и грузило.
Все равно нет. В смысле? А как это так? А это обязательно по порядку вешать, типа? Не смотри, сердце и рыба. Это одинаково. Херовину эту убираю, икона ставлю. Червяка сюда. Все. Уравнял. И, между прочим, все те же самые, которые должны, только местами поменял. Не уравнял. А, что? Это как вообще? Подожди-ка. Ну-ка. А почему не работает-то? А, так ночью надо-то, у меня сейчас день. Или не... А, ну да, правильно, в ночь рыбу и что-то уравнять с этим и что-то. Я хер его пойми, если честно. А, подсолнуто в горшок воткнуть, точно. Нет? А, песок. Точно. И подсолнух. Точняк. И чё? И как? А! Точно. Окей. Ну, это легко. И чё? Вырастай, собака. Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо! Надо сделать, чтобы он не упал, я понял. Но при этом тянулся за мной. И чё? Что это за хрень? Чё-то я не понял, подожди-ка. Это должно быть? В смысле? Алло? Или нет? А, семечко. А, теперь его отдать белке? Белка отдаст перу. О, как это все замуторно. По-моему, белки едят немного другие семечки. Или нет? Так, 14.00, поехали обратно. Если я правильно, конечно, понял. Ну да, типа, afternoon это у нас 14.00. Да твою мать-то, ядрить твою налево! Подводи, собак такая. А, ну да, окей, мы вернулись. Так. Жрим разок. Ну все правильно, окей, да, дает мне перо. Сколько перьев у меня? Одно перо. Так, допустим. Подсолнух валяется, весы здесь есть. И не понимаю маленько. Ну-ка, погоди, дай-ка прочитаю инструкцию еще раз. Спокойно. Да, я прочитаю инструкцию еще раз. В ночь! Ну, типа ночь, да. В ночь нужно взвесить. Правильно, нет, типа? Или что это такое-то? Уравнять обязательно. А, ну да, без всякого грузила. Потому что грузила здесь не нужно. Если бы тут было нужно грузило, оно бы было. А как мне узнать ночь? А, типа, может, вечером... Может, типа, вечером, но уже приближающийся к ночи. Я, честно, хер его знает, но сейчас что-нибудь намутим. Крути давай, собака такая. Так, допустим, в ночь. Нужно смешать это. Ой, ты что делаешь-то? Это. Вот это. И вот смешал. Ну так я же уже смешивал-то здесь. Чё за дичь, алё? А, может в утро? Кстати, логично. Может в утро. Ну, вообще там пишется в ночь, но возможно, ну там не знаешь, написано. То есть корявого перевода быть не должно, в принципе. Ай-яй-яй, я забыл! Ляха, я забыл. А может они здесь, кстати, валяются? А, они здесь. А, ну, ну давайте еще раз это все сделаем. Сердце геккон, рыба, червякон. Хер-то там! Эх ты ж, блядь. А что ничего не получается-то?
в ночь. А как мне найти ночь? Забирай все. Как мне сделать ночь? Мне позвонить ей. Так, а что вот это? Как это понять? Что это такое? В ночь. В тебя войти? Что ты такое-то вообще? Что за метаморфоза с тобой приключилась, друган? Честно, хрен его знает, но я без понятия, что делать. Так, пошли обратно в 19:25. Позвонить, так мы уже разобрались с этим. Но вопрос опять, вопросительный знак. Мы, по сути, мы почти в ночь. Мы почти в ночь. Пёс его знает, что делать. Алё, что за дичь-то? В гнезде, может, это надо... А может, внизу положить ящерицу? Чтоб поджечь его. Дичь. Это дичь. Райзап! Ну, мы видели это. Через S, окей. Вечером после заката. Так вот, мы вечером. После заката. Вот, бляха, застучали опять. Застучали, засверлили. Ведь, ну, мы вечером. Где сова-то, япона, шмать? Алло, сова, мать твою, зараза. Ты уже, это ты? Как тебя, крылья как? Направо, налево, как? Куда? Я хрен его знает, что-то... А может опять облака, кстати? Ё-моё! А их нету уже. Может опять солнце? А может теперь закат? Точно нет. Херобора какая-то. Так, перо я взял. Перо я взял. Перо взял, пол одну, кстати, осталось. В ночь. Ну, не знаю, into the night, типа... Ну, типа, сова должна уже прилететь, потому что уже вечером после заката. Ну, вот почти уже закат. Опять-таки, солнце опустилось, оно не опускается. Вот я опустил его. Хер-то там. Я не бомбу, что надо делать. Кого, let me up, чё? Они не взвешиваются. Там написано в ночь, но сова уже должна прилететь. Взвесить надо в ночь, сова уже должна прилететь. А, может 12 часов выставить? Типа ночь уже, всё, звездом. Сова, мать твою, лети, собака такая. Не летит. Что нужно сделать? Подожди, я без понятия, на самом деле, если честно. Хрен его знает. Вообще. Короче, твою мать, это очень сложно. Это невыносимый коллапс. Я охерел, когда увидел это в прохождении видоса. В прохождении этой, в другом видео. Это капздец. Короче, это не весы. Это типа время, типа 20:00, охереть не встать. Это капздец. Нам нужно с помощью грузила, объясняю тем, кто может уже все поняли давно. С помощью грузила нужно выяснить вес этих наших друганов. Потом сопоставить их на весах. И понять, сколько это времени. Это охереть. Это нужно быть мегамозгом, чтобы это просто понять. А я думаю, это типа перегородка, типа уравниваем чашу весов, капздец, и мы получим что-то.
Обосратные места. Ладно, мы это все уже делали, взвешивали их, получали их вес. Так, червяк 0, сердце 3. Сердце 3? Разве? Подожди-ка. Давайте еще раз. Давайте еще раз. Смотри, грузило. Это 1. Забавим, как выглядит 1 килограмм. А нет, это 1, 2, 3. Это где-то 4. А рыба тогда 5? 1. Примерно сколько? 2, 3. Подожди, стой. 1, 2, 3, 4. Ну где-то 5, да. А еще получается 0. А, геккон еще один. 0,415? Опять дебилиз какой-то. Я не смотрел просто дальше. Я увидел, как это делается, и все. Это будет ночью? Что за дебилизм? Ой! Так, гнездо. Нихеро. Опа-на! Прилетела собака такая! Так, у луны есть дырка. Спокойно, где нож там? Ох ты ж, здорово! Что? О, началось опять! Так, подожди-ка, у меня телефон далеко. Здраво! Это что за матрёшка? Так, подожди, давай сделаем разведку с коробчонкой. А, спокойно. У меня есть бумажка. У меня есть бумажка. А, и есть, собственно... И есть ручка. И есть ручка. Сейчас все запишем. Смотри, глаз вверх. Надо зарисовать это просто. Просто зарисовать. Просто взять и зарисовать. Ну, схематично. А, глаз вверх есть. Есть глаз вниз. Есть глаз вниз. Есть глаз направо вверх. И есть глаз направо вниз. Этот налево, я не так немножко тут нарисую. Ну ладно, я пойму в принципе. Есть глаз направо вниз. Хорошо, пошли. Пошли отгадывать, пошли решать. Это, конечно, это я не знаю. Это джиниусом нужно быть, чтобы понять эти загадки все правильно. Так, первый глаз вверх. Квадрат внезапно. Так, рисуем квадрат. Квадрат с двойным дном, так сказать. Потом квадрат вниз. Это дуга. Дуга с точкой. Потом глаз вверх. Это палка с точкой. Это палка с точкой. Потом глаз вниз направо. Это меч. Это меч. Это кошмар. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы эти загадки сразу понимать. Обосраться и не встать. Так, спокойно. Первый глаз — это квадрат. Это квадрат. Квадрат. Второй глаз — это дуга с точкой. Третий глаз — это палка с точкой. Четвертый глаз — это меч. Часы. Что это такое? Ох ты ж. Шестеренки. Я не поняю этого, сделал загадку. Что это такое? Какое-то новое время, так уберу все это, мешается. Что это? Алло. Да, это время, смотри-ка. Это 8:45. Это уже утро получается. Так, погоди, давай разберемся с совой. Давай разберемся с совой. Так, давай, что она делает? Вечером после заката ко мне прилетает сова. Луна больше, чем когда-либо. Сова смотрит направо. Так, подожди, давайте тоже запишу я, потому что я это все не запомню. А сова смотрит направо. Сова... Нарисую просто стрелочку. Сова направо. Это циферка 1. Поехали второе. Сова смотрит направо, расправляя крылья. Так, я сова направо,
Как бы это написать-то, чтобы все это было не длинно-то, а то у меня места тут мало. Я напишу расправ, расправ, крыл, крыл. Расправляя крылья. Так, поехали дальше. Затем поворачивается, взглянув на меня. Так, затем опять-таки пишем сова и стрелка вниз, типа на меня. На меня, взглянув на меня. И говорит эти слова. Так, это там-то смотрит налево. Так, третья, сова налево. Налево. Тебе нужно стать еще... Так. Налево. Говорит. Чем-то еще. Просвещение. Смотрит опять на меня. Ну это, наверное, не надо уже. Когда солнце зайдет утром, поворачивает голову назад. Так, четвертая. Четвертая. Сова, стрелка вверх. Типа назад. Голову назад. И сваливает. Это кошмар. Это какой-то кошмар. Так, поехали. Смотрит направо. Вот, направо. Крылья расправила. Сова назад. Ой, вперед. Вперед. Сова. Так вот. Да, да. Налево. И сова назад. Что-то не так сделали, да? А, наверное, после лева опять нужно было вперед. Да. Так, спокойно. Сова направо. Сова направо расправляет крылья. Сова на меня. Сова налево. А, сова снова вперед. И сова назад. Что? Не понял. А, окей. Да, окей, нужно было. Последнее перо. Обосраться и не встать. Так, теперь пошли, сгоняем время. Она мне дала 8.45. Не она, коробочка. 6.7. Что? А, ну вот так, да. Окей. Цапля! Что? Ушибу. Будет. А ящерицу? Будет. А червяка? А сердце? А гирьку? А, перья пошло изрыгать, окей. Это что это? Малыш! Обосраться он больше меня, малыш-то этот! Что это? Так, окей, последнее перо. Так, погоди-ка. Сюда его вмешаться там будет. И последнее перо. Ну и этого положите, гиганта этого. Охереть! Ну? Да реально, он больше меня, мать твою. Он больше вся наша планета. Теперь мы дружим с огромным малышом? Что он нас убьет? Что он нам делает? Оба-на. Оба-на. Оба. Пьяненько. Ты долго вертеться-то здесь будешь? А, окей. И чё это? Это всё? Типа титры такие? Из ветра сделаны? О! Конец! Выпускаем ремейк Samsara Room, чтобы праздновать наш 5-летний юбилей. Благодарим вас за то, что вы играете в наши игры и поддержите нас. Подписывайтесь на обновление на Расте Лейк. Окей. Поздравляем, прошли Samsara Room, слушай... Ох, япона мать, а тут еще какие-то секретные уровни, да, они походу есть везде. Можете в этот секретный уровень, подписывайтесь на нас. Инстаграм, ВК, Фейсбук, ну вы можете подписаться, если вам хочется. А кого найти? Боже, Расте Лейк. Ясень, красен. Собственно, таки, ладно. Не знаю я. Насчет секретного уровня я без понятия, как его получить. Но, наверное, вы мне напишите об этом в комментариях. Как где его получить, где что найти. Как там опять... Ну, если как бы взывать Дор это было, то там нам сразу, по-моему, девку дали.
или Чоли. Вот что-то типа такого было, а здесь не знаю, как его найти, здесь походу придется переигрывать. Либо где-то в какое-то определенное место что-то нажать и нас куда-то телепортят. Ну, не знаю. Ладненько, опять же таки, не заканчиваем с ней, с этой игрой. Если мне напишите про секретный уровень, ну вы напишите, конечно, про секретный уровень, если это будет получить его возможно, без всяких каких-то муторов, там что-то не с бубном перед компом потанцевать, там что-то не дьявола вызвать и сразиться с ним, тогда не знаю, короче. Ну окей. Если вам понравилось это видео, то вы можете подписаться на канал и посмотреть другие мои ролики. В описании есть ссылки на все плейлисты с прохождениями игр и на рубрики. Там же есть ссылки на все мои соцсети, а также написано расписание выхода роликов. Не забывайте поставить лайки и писать комментарии, а также нажать на колокольчик. Всем пока!